Жители области просят помочь двум маленьким тюменкам стать звездами. Девочки из студии современного танца «Триумф» прошли первый этап кастинга в новое шоу телеканала ТНТ «Танцы дети». Участие в отборочных турах принимают сотни ребят со всей России. Одна из участниц кастинга – Лиана Шамоева. Она показала сольный номер в возрастной группе 3-5 лет и прошла в тройку лучших. Который снится кошмар. Там волк и лев есть. Они страшны? Да. А чем они страшны? Они тебя пугают? Да, но это в танце такой, песня. Проголосовать за тюменок Лиану Шамоеву и Еву Илюхину можно на страничке ВКонтакте. Сейчас в зрительском голосовании они занимают второе и третье места. Девочки занимаются, Лиана уже занимается третий год, получается, Ева занимается всего второй год. Номера ставились буквально за месяц. Очень просим поддержать наших девочек, даже не ожидали, что такие результаты у нас будут.